На главной стройке страны, мосту через Керченский пролив, приступили к работе студенческие отряды. Около сотни старшекурсников из Москвы, Петербурга, Сочи, Тюмени и Иркутска помогают профессионалам и на самом путепроводе, и на объектах инфраструктуры. Будущие специалисты по возведению мостов, прокладке тоннелей, автодорожники уже осваивают монтаж временных опор, вяжут арматуру, изучают проектную документацию. Живут студенты в тех же вахтовых модулях, что и другие строители. Удобные комнаты с кондицией, душевые, столовые. Трудовой семестр продлится до 31 августа. Для нас это большая честь, что мы прибыли на такую стройку и получаем такой грандиозный опыт. И в то же время помогаем России соединять Крымский полуостров с материковой частью России. Крымский мост, да, это уникальный проект. Уникален он тем, что довольно глубокие сваи. То есть ни одного моста в мире нет такого, чтобы на такую глубину погружали. Такого я не видел нигде. Ну, что-то подобное есть в Питере на западном скоростном диаметре. Таких масштабов я еще не видел вообще в жизни. Столько техники, столько людей. Это очень грандиозно. Поэтому сюда и пошел. Не хочу сидеть, бумажки перебирать.